Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания. Четвертая часть пледика восточный. Две абсолютно одинаковые детали. Итак, четвертая часть. Один элемент синий, один белый, три красных, один синий, один красный, два рыжих, один голубой, два рыжих, один красный, один синий, три красных, один белый, один синий. После того, как вы провязываете детали, обязательно сложите пополам и убедитесь, что они абсолютно симметричны. Две одинаковые детали провязываете и присоединяете к тому пледу, который у нас уже есть. По краям с одной стороны одна деталь, с другой стороны вторая деталь. Пледик растет, увеличивается каждый день на две детали. Чтобы не потерять ни одну часть из нашего пледа, пожалуйста, подпишитесь на наш канал, поставьте нравится, сделайте репост, и вы получите плед восточный без единого пропущенного элемента.